А ты сейчас когда? Ну что? Сказал что? Здорово, я говорю. Занимается делом. А кто говорит, такой Петров? Да ты, говорит, нападает что-то, говорит, на меня, говорит, что я с вами, говорит, этот дружу. Я говорю, я не знаю, Владыка, я интернет не буду, наверное. Сырой, прям сырой. Я говорю, что я не нападает, это у него одна работа. Да я говорю, Владыка, больных людей, говорю, полно. Что это? Христа нападали на апостолов. Вот так он. Нам награда, радуйтесь, веселитесь. Так, немножко, мы на службе, он там были, в Александро-Невском. У них там праздник, он там служил, я заехал. Приедет на день деревни. Так, сухое полотенце, надо вытереть. Я пока ничего не говорил. Александр Борисович. Тире. Давайте возьми в другом месте. Хорошо. Хорошо. Покаявшийся Алексей. На одном месте сгибали, и все. Еще. Стрелка пропала. Тогда все должно. Сгибали 30 лет, точка. Непрестанно. Вообще, как у нас дорога будет, надо, чтобы ездили по разным переездам, давят, а не в одну, давят и давят, а рядом нет рука. Да как ты ее разрушаешь, если дорога она вот такая, как машина, то есть дорога была бы там 6 метров. Такая? Она до разъезда даже еще две машины. Батюшка, еще остается. Это вот тут в голове разруха, да. Я вам точно так, говорю, у нас то же самое стоит. У нас специально, говорят, этим, которые на КамАЗе, ездим, колею топчи. Он, а мне так легче, вот так проехал, а я уже не могу, бампером цепляю. Это везде так. А потом, когда его вставили, как дали дерну, раз проехал, все нормально, как с катерью катись теперь. Пока не продерешь русского мужика. Вот так еще, давайте на пополам. Не хочет. Русский мужик в машине его порой. Да, это правильно. Дик зол. Палку, на палку. Из братьев Карамазовых. Широкое сильно, где хранить? На палку накрутил, в уголок поставил. Да, точно. Да. Уже 20 лет, наверное. Дебунов, тебе осталось только воскликнуть. Ты действительно типичный Шарли, без рода и племени. Вот таких зверей воспитали братья Игнат и Яким Лапкины. А кто это пишет? Русская, истинная русская православная церковь. Они. Еще ругаются, что ли? Ну, вот они ролик-то. Пишет истинная РПЦЗ в России. Да ничего, РПЦ в России, а что они такие? Ну, да никто, они не понимают. Адепты секты Лапкина оскорбили жертв Синайской трагедии. Так. Аким, главное, не Аким, даже имя не дать. У них еще нет, они уже на одном в этой фразе, на это уже лет 5 сидят. А мы уже скрылись за горизонтом. Адепты тоталитарной сетки Лапкина, больной раком кинолог Сергей Павлович Пупков и бесноватый сец. Я Ольге сказал, она их читала, говорит, я смеялась. Город. Нагло, жестоко и цинично рассуждают они на еще, за стол садиться, молиться надо, время завершить. Это, слышь, от занятия это отрывай. От занятий, к занятиям не относится. Так, Игорь, можно? Все?